Астероид над Землей. Этой ночью сгорел в атмосфере. Его видели над Филиппинами в нескольких сотнях километров севернее Манилы. Это крупное метеорное тело, по оценкам примерно диаметром 1 метр, возможно, до 2 метров, которое было открыто тоже накануне 4 числа в среду, буквально астрономами, и через 8 часов уже вошло в атмосферу Земли и ярко-красочно сгорело над Филиппинами, и быстрее всего на некой высоте развалилось на отдельные части. К Земле приближается еще один астероид. Ученые утверждают, он значительно больше филиппинского, размером как 60-этажный дом. Его ширина не менее 200 метров. Астероид, по прогнозам астрономов, приблизится к Земле 15 сентября на расстоянии почти миллиард километров. Оно считается достаточно безопасным.